Всем привет, наши дорогие зрители, подписчики. Я вас приветствую, с вами, как всегда, я Славян. Здесь оставлю свой инстаграм. И Артём. Да. И на самом деле сегодня выпуск, он весенний. Хоть у нас и погода подвела, я чуть позже покажу. Сейчас, Настён, подожди, пожалуйста. В общем, нам дали еще нашего третьего пацана, чтобы поздравление было полномасштабное, так сказать. И мы от нашего мужского коллектива «Семьи на чемоданах» поздравляем всех женщин, всех наших зрителей, кто нас смотрит, кто нас подписан, кто комментирует, кто поддерживает канал с этим замечательным праздником. Побольше вам улыбок, да. Добра, чтобы мужчины вам делали комплименты, проявляли заботу. Да, Мирон, ты сейчас у меня выпрыгнешь из-за руки. Тоже поздравляешь. Поздравляю. Всех поздравляю. В общем, наша задача сегодня поздравить нашу единственную, нашу женщину. Поэтому сегодня максимально покажу, что мы делаем. Покажу, как нас подвела погода. И надеюсь, сегодняшний день будет приятный, несмотря на то, что творится за окном. Погнали. Я подсказал мальчишкам, чтобы они, значит, сделали маме тоже подарок. Сначала они начали рисовать открытки, потом я говорю, сделайте тюльпаны. Очень классно будет из бумаги сделать цветы. От вас будет это прям очень круто. У нас процесс пошел. Сейчас сделаем 3 штучки, и я вам покажу. Вот такая красотища получилась у пацанов. Помог им все это дело сложить. Все, сейчас они пойдут дарить. Думаю, Настеньке будет очень-очень приятно. Вообще, вчера на меня напала какая-то такая тема, что я начал выпекать. Я испек самсу, испек рогалики и испек и сосиски в тесте. И когда все это сделал, Настенька, говорю, это тебе на 8 марта. Она такая, о, да, точно, почему только не завтра? Вот. От рогаликов, конечно, осталось уже совсем чуть-чуть, сосиски в тесте и самсу мы. Че ты? Спать хочешь? Вчера все смолотили. Ох, как сладко. Ну что, парни, готовы маму поздравить? Да. Пойдемте. Да. Настенька, твои мужики тебя поздравляют. Ничего себе. Я вообще такого не ожидала. Вот это богатство. А что мне розочки не дали? А ты тоже подаришь. Давай, тебе дам цветочек красивый. Я его съем. Маме давай. Да, держи ручкой. И маме давай, держи ручкой. Маме давай, дари. О, молодец, тебе братья помогли. Молодец, давай, ты мой хороший. Да, подержи. Ой, какой красивый у мамы букет. О, смотри, как долго стоять будет. Да, вот это цветы точно не завянет. Красота. Вот такая вот у нас, видите, весна. 8 марта, Краснодар. Вон нашу тачку всю засыпало. Просто наваливает сугробы. Ужас, просто ужас. Ну, плюсовая температура, сразу все тает. Но, тем не менее, это, конечно, очень необычно. Вот так вот, видите. Сейчас иду, попробую посмотреть тортик, есть ли здесь нашей любимой кондитерской. И куплю Настеньке цветов, а то дети даже уже подарили. А я все проспал, потому что лег в 4 утра. Так, идем. Торт купил, будет очень вкусно. Это торт Настин любимый, но единственное, что он прям вообще, сейчас, он прям на минималках, с тюльпанчиками. Без всяких красителей. Ну, короче, сейчас домой приду, Настеньке подарю. И вместе попробуем, разрежем, покажу. Сейчас осталось только цветов купить. Во, у нас метет, слушайте. Вот это март, вот это 8. Настенька. Ничего себе. А это тебе. А это мама от меня. Это тут я была не пуленькая, да? Да. Но сладенькая. Да. Мама, это не от меня. Я так подумал и решил, что вместо огромного букета цветов лучше тебе взять твой любимый торт. Так будет, да. Так будет точно. Точно лучше. Такие же тюльпаны, как делали вы, пацаны. Только на живые. Да, красивые вообще. Такие все разные. Классно. Да. Нравится вот тебе? Да, вот это. Все, нет цветов. Ты чего делаешь-то? Мама, это ты, мультик. У тебя такая красивая рубашка и бантик на волосах. И ботиночки. А я хотела... А это ты, мама.
А тут вот, а тут вот сделала такой вид, когда получила мой букет цветов. Да красиво, ну ты чего? Нет, это такая красивая, спасибо. Настенька, и торт, видишь, специально для тебя вообще просто на минималках. Да. Просто белый, мамочка, тоже с тюльпанами. Давайте чай пить. Давайте чай пить. Давайте кофе пить, кофе. Если вы думаете, что торт я купил, чтобы его ели, то нет. Настенька устроила тут фотосессию. Ой. Для тортика. Значит, мы купили? Мам, смотри, у нас Мирончика потихонечку прогресс. Вот он садится. Молодец, потихонечку у него получается. Сейчас будем резать тортик. Ой, это мужик мой. Это мой мужик. Умный. Так, папа, он заключается. Так, Настенка, да. Давай. Так, кондитер готов. Кондитер готов? Да. Отлично. Я тоже готов. Давай. Да. Давай. Я самый главный. Ой, запах. Лежишь. Да. Запах крем-чиза. Лежишь, я сказала. Так. Режешь. Половину с метелем, половину потом? Режешь. Ну, наверное, да. Так, нам нужен разрез, да, Артемка? Да, как кондитер. Разрез. Так, какой-то липенький. И какой-то твёрденький. Я по разрезу видно, что у меня. Так, подождите, ребята, подождите. Видно, что у меня такой. Так, такой ваша мама показываем. Так. Опа. Разрез на мане. Фруктиками. Да, он с персиком. Кондитер так никто не делает. Он не оставляет. Мама. Мамочка, как тогда ты говорили? Ты очень сильно кричишь. Кондитер не делает вот такие вот штуки в торте. Это большой кусочек. Давай, Федя, ты себе забирай. Что папе-то? Они делают такие штуки. Так. Шлёпс. Правильно, как мяч баскетбольный. Туда прям. Потрясающе. Очень вкусно. Свеженький. Да, это как она, молочная девочка? Молочная девочка. Да, Настенькин любимый тортик. А у нас нормальный? Обалденно. Я говорю вам, да. Мы на ужин решили приготовить, ну, так сказать, немножко накрыть стол, приготовить вкусный ужин. Вместе с вами сейчас мы это сделаем. Посмотрите, что. Поделюсь рецептом. Возможно, это кому-то нужно будет. Сделаем бутерброди. Как Настенька сегодня сказала, хочется запаха праздничного стола. Попробуем. В общем, смотрите, я купил ребрышки. Мы сейчас их чуть-чуть так нарежем. Будем также запекать в духовке овощи, кабачок, баклажан, перец, помидоры. И вот тут Настенька уже сделала картошку, почистила. Сделаем также бутерброды со шпротами, майонез. Сейчас постепенно будем готовить, и вы все это дело будете смотреть. Нарезаем, в общем, ребра. Ребра по ребрам, вот по вот этим стыкам. Вот, и будем дальше это отправлять уже в тазик, где, собственно, это все дело будет мариноваться. Опа. Все. Мясо нарезали, лук нарезали. Сюда добавляем, значит, в мясо. Добавляем весь лук, головку лука. Вот так вот. Опа. Разнокалиберного порезания. Да. Далее приправу такую вот используем. Она натуральная, то есть здесь не добавлено никаких ешек в приправу. Вот. Так. Вот так вот. Ну, я обычно на глаз просто. И соевый соус. Тоже делаю обычно на глаз. Вы там смотрите на свое усмотрение, если будете повторять мой рецепт. Все, теперь это перемешиваем и ставим мариноваться, ну, минут 20, пока буду заниматься овощами. Овощи порезали, ну, вот примерно вот так вот баклажаны нарезаем, вот так вот кабачки, картошку вам показывал, и помидоры, черри не было. Сюда, значит, в маринад добавляем чеснок. Так, также соевый соус обязательно, но я делаю все это на глаз. И приправу. Ту же приправу, что и в мясо. Все, маринуем это все дело, перемешиваем, оставляем. И тем временем закидываем в духовку, в раскаленное уже мясо. Вот, забыл вам еще сказать, еще добавляем обязательно масло. Загружаем мясо в духовку, кому нужно. Вот температура там что-то 200 с чем-то. И вверх-вниз. И пока мясо будет запекаться, мы быстренько готовим вот эти бутерброды. У нас такой есть гриль, шикс, прожариваются. Потом натираем все это дело чесночком, помидорку и сверху шпроты. Так, ну я думаю еще минут 5-10, наверное, и можно будет закидывать уже овощи. А тем временем, смотрите, я уже сделал все бутерброды. В общем, что здесь?
батон, его зажариваем на гриле. Далее чесноком натираем, майонез небольшой, такой тоненький слой майонеза. Далее помидорка и шпротины. Единственное, что я забыл в магазине купить сыр, сверху еще идеально все это дело сыром натереть. Мясо, в общем, готовилось-готовилось, теперь закидываем овощи. Их аккуратно вот так распределяем между мясом, как бы не закрывая мясо, да? Вот, чтобы ничто у нас не потеряло форму. Вот так вот. Вот такая вот красота у нас будет. Вот, в принципе, думаю, все. И повторно отправляем. Видите, как красота. Отправляем все это дело опять в духовку. Так, ну что, смотрите, вот такая красотища у нас получилась. Вроде все, все овощи сохранили свою форму. Бутербродики на месте, цветочки на месте. Все, будем садиться кушать. На такой прекрасной ноте, за таким прекрасным ужином, мы втроем от нашего коллектива поздравляем Настеньку и всю нашу женскую аудиторию с этим замечательным праздником. Больше улыбок, больше цветов, больше позитивного настроения. Мы с вами прощаемся. Увидимся с вами скоро в новом видеоролике. Пока. Пока.